Так, ну что, запускается, получается, ведрянку на B11 SAS, как я ее ненавижу, но попробуем с ней поиграть. Что из этого получится вообще, как это вообще получится. Опять же, снайпер с меня никчемный, именно на автомате. На болте я более-менее играю, на полуавтомат. Так, давайте, наверное, пятерку выбираем. Самый лютый замес пойдем. Два, один, и погнали. Так, что у нас? Пойдем, наверное, по заданию пока сделаем. Как мы видим, у нас Б1 САС, 25 патронов. Все, что по минималке сделал. Патрошки мы засовим. На всякий пожарный, мало ли, что будет еще. Поэтому погнали. Там никого. Ботинок ходит. Стрельбы, стрельбы, стрельбы. Где стрельбы? Опять же повторюсь, то что я с B1 SAS не очень стреляю, не знаю, как пацаны вообще с ней играют. Они вблизи перестреливают меня на автомате. То есть я, на, допустим, на РП-16, а не на B1 SAS, и они меня перестреливают. Не знаю, как это вообще с ней реально. Вот я с ней пытаюсь стреляться, ну, это не мое это оружие. Поэтому я с ней не могу. Так, там все нормально. Что у нас там? Подожди-ка, мне показалось или нет? Здесь мне не показалось. Не показалось. Да, не показалось. Бежит, родной. О чем я и говорил. Я не могу с нее стрелять. Ну, блин, я привык с болта, то, что у меня один патрон, один выстрел, то есть получается. Голова. Здесь же, блин, я не могу это сделать. Так, патрошки засовим. Там у нас еще стрелялись. Кто у нас там стрелялся, непонятно. Ладно, пойдем этого человечка, наверное, добьем. Мы не поднимаем никого, мы не тимимся. Заберем. Опа. Кто-то здесь ходит. Ну, пойдем, попробуем от бедра пострелять, как это делают остальные пацаны. Он меня спалил. Да, он меня спалил. Где же ты, мое солнышко? Вот мое солнышко. Отдыхай, молодой. А ты кто? А, это бот. Это бот. Чё ж вы такие-то все не очень? Чиф, чиф. Бомжи все. Бомжи. Зачем они возвращаются, если они у них... Ну, нет лута. Смысл? Без прицела мне не надо. Жетончик заберем. Ну, в принципе, здесь... Опа. Ну вот, как бы от бедра, вот так и получается, да? У нас один вышел, ну ладно, хер с ним. Так, что, мы их ждем? Либо идем дальше? Угу. Я такой полутал с собой и ушел отсюда вообще. Поэтому пойдем. Что у нас здесь? Здесь нифига. Здесь тоже нифига. И здесь топливо. Ну, топливо заберем, ладно. На всякий пожарный. Блин, мне нужна какая-нибудь вторая пушка. Потому что, ну, саска это не мое. Я тестово запустился. Посмотреть, каково это вообще. Это мы оставим, вдруг мы еще найдем эту. А МП5-ку. Мы в нее сунем эти патрошки. Мне нужно не менять с прицелом. Проливали, проливали. МДР заберем. Хоть какое-то второе оружие будет. О, мародер. Ладно, Марика мы не будем трогать. Пускай бежит себе спокойно. Мы ее оставим. Но будем знать, что там есть мародер. Так, ну блин, мы не крысы. Поэтому нам бы отсюда свалить, конечно бы.
У нас минус один нож. То есть одного нашего убили. Угу. Где же мародер? Чтобы он мне спину не ошмалял, нужно его прочекать. А, он же воюет там. Здесь это он воюет. И видно, опа-на. А это мое. Кто прибежал? Вот. Как с нее попадать, я не понимаю. Как они с первой пули убивают? Вот. Плохое местоположение у меня. Надо бы сюда сваливать. Еще ноги сломал, спасибо. Так. Дальше, дальше, дальше. Что мы делаем дальше? Ладно, пойдем дальше по заданию. Что у нас там? Отправляйтесь в прибрежный склад. Опа, микрофон. Где у нас микрофон? Парни, вырубайте микрофоны, вы шпалитесь им. Вот он. Ой, блядь, вот так. Вот про это я и говорю, то что я с нее не могу стрелять. Как вы с нее убиваете? Господи. Так, заманим его. Нет, бежит, не успею, да я? Да, не успею. Блин, что делать? Ладно, теперь смотрите, как это делается. Возвращаемся. Так, КС-ка на 5-х патронах. Нормально. Вот теперь смотри, как надо играть именно с оружием. Не с этой саской, а именно вот с оружием. Вот, это мое, допустим, оружие. Так, изначально мы поменяем патрошки, уберем четвертые, чтобы у нас были пятые. Все, конечно, ручка у нас не такая, но ладно. Пойдем его забирать. Теперь вот против меня, даже если это будет саска, мне будет без разницы на нее, потому что я на нормальной пушке. Это вот моя пушка. Ну как, я не люблю, конечно, бы это КС-ку, но все же это более-менее мини-ми... Так. Микрофон. Это наш товарищ, да? Да, это наш товарищ. Будем его выцеливать. Угу, слева. Он слева. Опа, это кто? Подожди, а это не наша Саска? Он был в пати? Я у Марика вроде бы видел Саску нашу. Ладно, надеюсь, мне это показалось. А вот он наш чувак. Сюда, родной. Да. Братец, микрофон надо вырубать. Верни мои насеты и мою B1 SAS. МДР-ка. Это не то. Добиваем. Так, вот мой сетик. Это, пожалуй, все мое. Ага, рюкзачок. Да. Да, патрошки на саску мою. Гранатка. Так, теперь заберем наш... Наш пятый шлем. А где Саска? Подожди. Не понял. Где моя Саска? Эй, козел, ты куда мою Саску дел? Здесь что у нас? АКМ и МДР. А почему он МДР забрал, а Саску нет? Патроны он взял на Саску, да? Да, а почему он не взял Саску? Ладно, пойдем, может она там валяется, на моем трупе? Либо-либо, это у того мародера все-таки была моя Саска. То есть два варианта, либо у мародера, либо у... Она здесь.
Нет, тут ничего нету. Странно. Где моя Саска? Вопрос. Я вернулся, чтобы наказать. Я наказал, но Саску мы забрали. Значится, она у того мародера. Ладно, поехали. У меня 140 патронов плюс-минус. Я думаю, мне этого хватит еще на кило 6-7. Если правильно стрелять. Если, конечно, я не буду там зажимать сейчас. Так, у нас тут там еще на сгоревшем, да, бегают. Опа. Привет. Солнышко, ты где? Ой-ой-ой. Зажим от бога. Так, это все херня. Это не тот чувак, который нам нужен. Да, вот они бегают. У нас получается на сгоревшем. Что же мне делать? Вот сейчас бы не помешало бы эта Саска моя, чтобы я ее прям по головам раздавал. Мы будем с 2,5x пробовать. О-о-о-о. Без ручки отдача вас. Вот опять тиммеры, смотри, а? Опять тиммеры. Чего ж вы все тиммитесь-то? Кто ж вас этому обучил мне? Покажите мне-то, товарищи. Я ему покажу, как надо соло против тиммеров играть. Ага, к ним еще третий? Это третий? Да, третий. В пятом сете. Подожди, там их трое. Ну, пойдем прочекаем. Ну, это, конечно, бесполезно, но мало ли, может, не залутали. Залутали. Ну чё, я готов показать, кто здесь папочка. Пойдем попробуем залутать наш сгоревший. Возможно, там. Да, Саска моя там. Это была Саска. Все, я иду к тебе, родная. Так, жетончик сюда. Патроны есть. Ну, блин, 90 патронов. Я думаю, мне этого хватит. Ну и где вы, мои родные? Покажитесь. Вижу одного. Приляжем. Пускай пройдет. У него неудобное местоположение. А где что напарник? А, вот ты. Пук. Подождите-ка. Готов? А я готов. Что там сказал ты? Я тоже их могу говорить. Похож? Похож на него. Так, ладно, поехали дальше. Где второй? И не вынуждай меня к тебе идти. Раз Магомед идет к горе, то гора идет к Магомеду. Ага, кто-то у нас сзади стреляется еще. Давайте так. Для теста. Ой, блин, надо было это, вонючку, вонючку. Я все время забываю про эти вонючки, ну ладно. Я ниндзя, хоп. Ниндзя 2. Так, нету вас, да, товарищи? Не стани. Мне самому приятно это. Сейчас будем раздавать. Где его? Напарник. Сзади нас не интересует. О, сприц. Подождем, пусть станет. Извини, брат. Извини, брат. Но сприц, ты... Ты кто там? Напарник твой?
Надеюсь, нет. Ладно, пойдем его добьем, чтобы не было инфы. Так, а чё такой бомж? Где твой весь лут? Так, ну это топает бот. Да, это бот топает. А где его лут? Почему они все такие бомжи? Где моя Саска? Так, это наш вернувшийся бежит. А, вот его лут. Заберем. Тоже заберем. Буря. Заодно прочекаем наши контейнеры. Оп. Красиво. Четвертый шлема. Два штучки. Тут-то, видимо, было весело, да? Что у нас здесь? И здесь пусто, да вы чё? Можно мне луту, пожалуйста? Что у нас здесь? И здесь пусто. Странно, странно, странно. Ну. На МДР, аптечка, все это херня. Где моя Саска, я не понял. Это меня обманули? Где, я не пойму. Я слышал эту Саску, она была здесь. Саска это B1 САС, вы понимали. Угу. Баты. Патронов у меня мало, и так, вы чего? Блин, только патроны потратил за вас, а? Мне еще как минимум троих надо убить. А еще вернуть мою Саску. А я только на вас патроны трачу. Так, 60 патронов. Это получается чисто обойма. Будем сейчас как-то выживать с этой обоймы. Если Саска была здесь, правильно? То по сути она должна убежать была вот сюда вот. Больше ей бежать некуда. Так, жетончик ныкаем. Это сюда. Либо здесь моя Саска. Так, зашел ПС-лечок. Либо она здесь, либо он уже на выход ушел. Что же мне делать? Я мышка, 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 я вовсе не медведь. Опа-на. Еще микрофон. Вырубайте, проверяйте свои микрофоны. Так, ты там по-любому. Либо здесь, либо там. Ага. Услышал тебя. Угу, выходи. Выходи, говорю. Не, брат, я не принимаю. Ну, выходи. Это бот? А кто, подожди, мне кидал приглас? Вот ты накидал приглас мне по-любому там за стенкой. А, у меня двое здесь. 43 патрона на двоих? Я вас понял. Первый. Ух ты! Отдыхай, молодой. А где второй? А, вот второй. 4 патрона, нет. Смотрите. Legendary. Вот так вот надо наказывать. Последние 4. Так, где моя Саска, пожалуйста? Почему ПРС на... А... Не понял, почему у меня ПРС не считается на это оружие?
Ладно, допустим. Пойдем его залутаем, может там чего у него есть. Я уже не могу бегать, я понял. Взял один калаш и не могу бегать. Привет, привет, привет. Я к тебе иду. Да, брат. У тебя. О, это моя Саска. И МДР еще. Ну, спасибо. Вот она, моя Саска. Я тебе нашел, моя солнышко. Это заберем. У тебя тут еще интересного есть. Полосинки заберем. Блин, а че? Какое место, алё, блин. Так, давай аптеку поменяем. Это выкинем. Заберем тебя. Я понял, игра багана. Заберем на... Получается, нашу КС-очку, патроны. Это заберем. Ну, берись. А, тут я уже взял, видите ее? Странно. Так, Саску я вернул. У меня есть еще 33 патрона. Не пятых, конечно, но все же есть. Мне, по сути, бы уже нужно на выход. Потому что я и так тут киллов надавал. Вернулся, 13 киллов давал. Это хорошо. Давайте будем бежать к выходу. Думаю, на этом наше возвращение. Я Саску вернул, КС-ку получил. Сет получил. Блин, я потратил сприз, конечно. 800 тысяч, да? И возвращение... А, ой, какой сприз, блин. Я уже заговорился. Возвращение потратил. Миллион. Но, я получил пятый сет и КС фуловую. Так, что у нас здесь? Оп, это кто? О, привет, родной. Ты у нас бомжик, да? Да, ты у нас бомжик. Мы тебя пропустим, ладно. Не буду я привлекать внимание. Починим шлем. Пусть он с собой сам себе идет, куда ему надо. А мы потихонечку будем ползти. Я предлагаю вот на этом выходе выйти на фиалки. И на этом завершить наш путь. Мы уже и так 23 минуты, да? Да, 23 минуты уже играем. Поэтому вот такой у нас получился видос. Надеюсь, сейчас я выйду нормально. Как я вам говорил, то что видите, с пушками я нормально играю, но байнсас это не мое, я понял. Как второстепенное оружие, да, ее можно использовать. Но как основное, как некоторые пацаны это делают, я не могу так делать. Может, конечно, могу, надо приучиться. Но это, знаете, это для тех оружия, кто фул крысы. Ну, вы сами понимаете, да, кто сидит на месте и крысит. Если хотите, я вам такой геймплей запишу, когда я сижу тупо на одном месте, делаю на выходе и пасу всех с этой Саской, то пишите в комментариях, я попробую записать такой ролик. Но смогу ли я так долго выдержать, конечно, я не знаю. Так, что мы делаем? Мы делаем на выход все. Поэтому пишем комментарии. Пишем комментарии, хотите ли вы, чтобы я отыграл как крыса. В принципе, 90% игроков в этой игре играют. Аптека есть? Да, аптека есть. Наш чувак сюда ушел. Ладно, мы не спеша пройдем. Думаю, уже на выход пойдем спокойно. Я сейчас ускорю. Если я выйду, то я выйду. Если не выйду, то не выйду. На этом, думаю, все с вами буду прощаться. Ставим там лайки, дизлайки. Ну и пишем комментарии, что вам еще снять.